Крикнули девочки, крикнули. Нет, а вы там ныряли, мы потом дальше вас прошли. Мы видели, вы проехали. Там дрова заканчивается. Уважаемые участники и гости наших соревнований, разрешите начать заключительную часть наших соревнований, думаю, самую приятную, самую позитивную, самую ожидаемую. Это подведение итогов, награждение, ну и в оконцовочке закрытие. Хочу от себя лично и от оргкомитета Уральского клуба подводного спорта сказать всем большое спасибо за хорошую организацию, за культурный отдых. От себя лично, как главного судьи соревнований, хочу отметить, хорошую дисциплину, практически без замечаний. Все отплавали, отстреляли, было все дисциплинировано, аккуратно, честно. Я думаю, все с этим согласятся. Вам аплодисменты. Давайте похлопаем сами себе. Чтобы в будущем все наши соревнования проходили на таком же уровне. Дисциплина, безопасность, честность. Чего мы всегда от вас требуем. Большим уважением приглашаю сюда помощника, советника, президента русской медной компании Зубкова Максима Юрьевича. Это наш генеральный спонсор соревнований. Итак, ребята, может, деньги получать не будем, а? Сертификаты не берем, так я понимаю. Итак, за четвертое место приглашаю сюда команда «Хамса». Ребята получают сертификаты от нашего спонсора. Номинация 1000 рублей. Наверное, нужно подойти потом. Пополам. Если желаете, можно. Давайте, вставайте сюда. Кого? Давай. Нет, сейчас. Еще сейчас следующий. Третье призовое место в командном зачете. Внимание. Команда УКПС. Участники команды получают сертификаты по 3000 рублей каждый участник. И плюс по 3000 скидка на индивидуальный пошив. Ребята, вы не упали. Это благодаря Артему Юдину. Я щелкнул его десятку, увидел, пришлось стрелять семерку. Хотел домой возвращаться на базу, да? Я уже домой хотел ехать. Уважаемые участники, становится горячей. Второе место. Команда «Успех». По 5000 рублей каждый. Медали. Кубки каждый получает. Я с большим удовольствием приглашаю команду, которая сделала это соревнование, которая доставила эстетическое удовольствие всем участникам и гостям наших соревнований. Команда «Фортуна». Первое место, почетное, первое командное место. Ребята получают сертификаты. Каждый номиналом на 7000 рублей. Медали, кубки и почетные дипломы.
Вот, пожалуйста, давайте вот сюда. Артём, давайте сюда. Приглашаем сюда Зырянова Игоря Викторовича для вручения призов. У нас есть замечательный приз. Вручай. Дорогие друзья. Это спонсор наших соревнований. Производитель оборудования для подводного плавания. Называется. За волю к победе награждается команда КВС. Подходите, пожалуйста. Команда, занявшая последнее подводное место. Зачетное место. Четвертое. Нет. Это кто последний? Но не рвались. Сейчас мы объявляем личный зачет. Четвертое место в личном зачете. Приглашаем сюда Юдина Артема. И первое, и четвертое, и всякое забрал. Напарил мешок. Напарил. 70 килограмм. Артем, поздравляю. Держи. Фото. Фото со спонсором. Все, спасибо. Третье почетное место в личном зачете занял Котлеров Алексей. Награждение приглашается представителя. Что там? Почему так много спонсоров? Потому что за третье место победитель получает сертификат на 2000 рублей, коптилку в подарок и сертификат на скидку на пошив костюма на 3000 рублей. Аплодисменты нашим членам! Он повезло, да? Работа? Приглашаю сюда победителя, занявшего второе место в личном зачете. Большим удовольствием приглашаю сюда Иванова Сергея. Победитель получает сертификат на 3000 рублей, разгрузку в подарок и сертификат на скидку на пошив костюма на 4000 рублей. Кубок в подарок. Поздравляем! Ну и, конечно, уже все, наверное, знают, кто победитель в личном зачете. Я с большим удовольствием приглашаю сюда Терехина Глеба. Победитель получает за первое место в личном зачете сертификат на 5000 рублей. Ласты! А также сертификат на 5000 рублей на скидку на пошив костюма. У нас есть приз за волю к победе в личном зачете. Я приглашаю сюда Рачкина Алексея. А что он не вышел-то? Человек занявший последнее место, но зачетное. Фонарь. Зачетное место. Подарок фонарь. Фонарь и драма. Вот. У нас очень много номинаций. У нас все интриги еще впереди, все номинации впереди. Минутку вашего внимания. У нас есть самый молодой участник соревнований.
я приглашаю сюда для получения приза Губина Андрея, самый молодой участник соревнований, который получает подарок сертификат. Аплодисменты, пожалуйста, самому молодому участнику соревнований. Медальку даже не дали. Друзья, большим уважением приглашаю сюда самого возрастного участника соревнований. Им по результатам, которые у нас зафиксированы в протоколах, вышел Зырянов Игорь. Здорово! На 1000 рублей. Таблетки. Плюшку, конечно. Сам склеишь. Нахлопаем ветерану нашему. Друзья, мы специально делали, вносили информацию в Google, чтобы все было по-честному. Самая дальняя команда, приехавшая на наши соревнования, это команда «Альянс», город Магнитогорск. Приглашаем сюда их для получения подарков. Вы молодцы, мы рады вас видеть. Для поздравления и награждения номинации «Самая дальняя команда» приглашается интернет-магазин «Лоцман» в лице Сергея Кравченко. Подходите, грамотно. И два подводных фонаря покажите. Покажите призы. Давайте. Всего хорошего. У нас осталось самое... Мне подсказывают, что на сегодняшнем соревновании у нас есть интрига. Мы приглашаем сюда для получения этой замечательной грамоты Фролову Киру, самый молодой и позитивный болельщик соревнований по подводной охоте. По подводной охоте. Глаза разбежались. Поклопаем. И вот теперь вот эта номинация, которую все с большим нетерпением ждут. За эту номинацию у нас самый крутой приз соревнований. Это самая крутая номинация во всех соревнованиях, которые мы проводим. Большим удовольствием приглашаю сюда наших спонсоров, фирму «Таймень», которая вручит этот замечательный приз, ружье. Итак, приглашаю сюда Терехина Глеба. Девять четыреста шестьдесят. Щука, аплодисменты. Повторяемся уже, я думаю, что действительно есть за что поблагодарить наших спонсоров. Такое благодарственное письмо или благодарственная грамота. Приглашается русская медная компания за оказание такой, ну, великолепной спонсоров. Спасибо огромное. Для дальнейшего сотрудничества. Также приглашается представитель корпорации «Сибирское здоровье», а также за оказание спонсорской помощи участникам соревнований. Похлопали! Ну и, как только что говорила Татьяна, то есть самый долгожданный, да, и приз, когда мы получаем за крупный трофей, и хочется подчеркнуть, что вот хоть у нас недолгая история, вот это четвертое наше соревнование,
но вот с теплотой относится команда «Таймень» к нам. Очень здорово, вы поддерживаете их тем, что, наверное, 95% подводников Южного Урала, да и Урала вообще, пользуются великолепными ружьями «Таймень». Поэтому приглашаем Виталия и все вместе за спонсорскую помощь и за производство таких хороших ружей. Самое главное. Интернет-магазин «Лоцман» Сергей Кравченко. Впервые выступил, но я думаю, что не последний раз. Спасибо огромное. Привезет команду не как спонсор, но как участник, я думаю. Ну и уже теперь звезда нашего парада. Игорь Викторович Зырянов, прошу вас к нам подойти. Вы его разрушите, какой 100% уральских подводников. Спасибо огромное. Игорь, вот это еще забыли вам вторую подать? Да. Справляемся. Поклопаем Игорю. Спонсор. Ну что ж, коллеги, можно сказать, от лица русской компании, от себя лично, хотел поздравить всех с хорошим настроением, с хорошей охотой. Самое главное, чтобы количество убывших в погоду всегда соответствовало количеству выбывших. Никогда не случались никаких происшествий. И очень приятно видеть здесь, так как сам занимаюсь подводной охотой, так давно всего и сезона, видеть знакомые лица, с которыми встречаемся на открытии, на закрытии сезона по подводной охоте. Хотелось бы, чтобы этих лиц здесь было побольше знакомых. И не знакомых. Да. Ну что, всех с хорошим настроением, с хорошей погодой, с хорошим праздником. Поздравляю. Итак, по традиции, опустить флаг соревнования предоставляется право и почетная обязанность победителю наших соревнований открытого чемпионата Челябинской области по подводной охоте Верить Глеб. Первый ряд, сразу. Центр, остальные все рядышком. Их вообще все, быстренько отвечу. Ребят, не загораживайте. Вам принципы не жаль. Крикнем ура, наверное, да? Да, сиськи, ура! Кто-то должен что-нибудь нам сказать. 3, 4. Ура! Ты уже знали, да? Ай, дайте полотенце. Да, римским это командная. Вот последний день это очки. Ну а сколько? Ну то есть разница между победителями, можно видеть, небольшая, совсем чуточная. 15 и 15. Ой, вообще. 700 грамм. Копейки. 700. Да, вот. А, очков, 700 это очков. Одна рыбка. Очком, то есть одна рыбка, даже не рыбка. Да, то есть ты, рыбка. То есть ты еще посмотри, не по рыбе, но тут 6 голов, а тут 11. Вот, вернее, 4 головы и 11 голов. Да. Но это, там, это считай, 5 тысяч. Только за голову. 5 500. Да, 5 500 за голову. Жаныч!